Друзья, всем привет! В этом году у меня Пасхи получились на славу. Мне нравится, когда мне самой нравится. Главное, я люблю, чтобы они были очень сладкие. Есть такие высокенькие. И главное, они пекутся по-разному. Ну, еще сделала деткам маленькие. Им интересно будет. Будет чем угощать. Детвору. Ну, одного зайчика решила умыть глазурью. Решила остальных оставить. Таких. Они сладенькие, вкусненькие. Друзья, надеюсь, у вас тоже получились хорошие, вкусные, сладкие.